Так, второй день у нас прогулки идет по Вене. Посмотрите, какой прекрасный день. Легкий ветерок, солнечно. Вот. И мы отправляемся на экскурсию. Дальше показывать вам Вену прекрасную. Это бипо-австрийские магазины. Здесь разные витамины. Такое все для здоровья. Вот этот гурмет, я говорил, что очень такой недешевый. Вот. Вот Харальд Митмаскин. Вот. Вот такие дома у нас. Красивые здесь. Шпа гурмет. Трамвай. Трамвай 37 или 38 нам подходит. И прямо едет к метро. Йо, that's good, йо. Так, сели мы. Трамвай. И едем до метро. Здесь несколько остановочек. Можно пешочком пройти в другую сторону. Йо, Генао. Харальд побежал компостировать билетики. Вот. Замечательный день сегодня. Просто потрясающе. Один раз компостируется. А очень удобно покупать билеты на целую неделю или на месяц. Получается очень недорого тогда. Одна поездка получается больше 2 евро, если одной поездкой брать. Но одна поездка там от часа до 90 минут, буквально полтора часа. Йо. Das Streik, йо. Nein. Das Filmmännchen, Demonstration, йо. Gestern, йо. Йо. Aber wir schauen heute, wenn wir zurückfahren, auf Verteilen, dann schauen wir unten ins Berlin. Nein, das ist nicht so. Berlin, Lichtenstein, naja, schauen wir uns dann an. Ну вот, вот такой билетик, смотрите, да? И вот компостер стоит. Вот стоит такой билетик 2,60. Одна поездка. Да, да, hinein. Und da drinnen, das ist dann die Querstraße, also die da reingeht. И noch einmal das. И вот deine. Йо, йо. Senioren. Йо. И вот такой еще билетик, это сеньор. Билетик для пенсионеров идет. Он рубль 50, евро 50 стоит. Вот такой, видите, да? То есть вот он компостер стоит. То есть вы пробиваете с этого времени, у вас начинается отсчет времени. Независимо, вы едете или нет. Все равно время идет. Потрясающий день сегодня. Институт фон биологии. Это институт биологии. Французская школа здесь, Харальд говорит. Едем прямо в метро. Трамвай
dann bis nach dem Ersten Weltkrieg und dann hat Art Deco angefangen. Art Deco? Ja. Sehr viele Haus, das sehr ältere, ja? Das ganz, ganz Wien Stadt. Sigmund Freud Museum. Вот вы в курсе, что Sigmund Freud здесь годы войны, он потом уехал, переехал в Англию. Вот кирпичное здание. А вас из нас? А, как из Алфа университет. Университет. Институт, да. Химический институт, вернее. И вот мы сейчас спускаемся прямо под землю. Очень удобно здесь. Вот красивое здание тоже. И вот мы под землю идем уже. Здесь остановка, станция метро университет. Рядом с нами буквально в 5 минутах можно пройти с пешочком. Но здесь удобнее, линии идут. Очень немного, все в масках одеты, unseen. Вот мы вышли, идем в метро. Здесь удобный лифт и подниматься наверх, кто с багажом идет. Здесь разные киоски с питанием, быстрое питание, экспресс, магазинчики, это метро уже. Jetzt kaufen Ticket, jo? Да, а, jo. В метро заходите, нету никаких турникетов. Справа-слева стоят у вас аппараты для компостирования. Билеты, как правило, идут на автобус, на метро и на трамвае. Вот венское метро. Университет. На линии У2, У2. Все, ждем метро, 1 минута. Глайс. Карцплац.
реклама телевизионная, медиафасады стоят. Ждем метро. Все, едет наше метро. Поезд подходит. Мы сейчас зайдем вовнутрь. Это старый поезд. Вот видите, ручки стоят, надо открывать. Йо. И заходим в метро. В метро мало людей очень. Вот Харальд садится в маске. Да. И мы отправляемся. Хильфа-штрассе. Йо. Сейчас мы едем на Хильфа. Хильфа. Это помоги, как бы помощь. Хильфен, помощь. Хильфенштрассе. Все. Вене на Хильфенштрассе. Уже одна из центральных улиц. Tropfen, ja. Das Beste für die Tante Grite, ja. Ja, 100 Jahre. Frau. Los, was haben wir? Sind nicht gleich im A1. Вот по сторонам магазинчики, бутики разные. Хильфенштрассе. Туи – это Райзебюро, это бюро путешествий Туи по всей округе страны. Герады Айнс. Сегодня где-то порядка 26 градусов тепла.
и ветерок. А мы идем в интернет-провайдер Айнс. Тоже сильно распространенная интернет-провайдер по всей Австрии. Магазины, сумки женские. Макдональдс. О, Макдональдс офнен. Здесь я покупал свой телефон в прошлом году, в декабре, iPhone 11 Pro. Сейчас мы идем проплатить за интернет, надо. Йо. Так. Номерок надо взять. Уточнили. Айнс. Дальше продлили интернет и идем дальше на прогулочку. Что мы идем сейчас Хильферштрассе. Много людей ходит, то в масках, то без масках, но по улице можно без масок ходить, за это они штрафуют. Это, кстати, всем рекомендую, кто любит любителей кофе. Значит, самый лучший кофе, сколько я не пробовал, покупал только в этом Чибо. Данке. Вот. Вот так пишется Чибо. Но это никакого отношения к нашему Чибо не имеет. Вот. И вот такой кофе Чибо. Это самый-самый лучший кофе. Вот, имейте в виду. Да. Вот. Очень вкусный кофе. Да, с премиум класса. Йо. Вот, тут разные капсулы и кофемашина мини разные. Ну, капсулы, капсулами брать дорого получается. Так, а это что у нас? Это для мобильного.
такая фигнюшка. Откроем ее. Шортики разные. 15% скидка. Замок. Замок это, а это что у нас? А это бинокль. Бинокль. А это пауэрбанк. А, это для зарядки мобильного, наверное. Кабелес. Прям кабелес. Повербанк. Все. Сейчас возьмем. Вот еще раз показываю. Значит, кто любит кофе, значит, премиум класс это только можно купить в Европе в Чибо. Очень вкусный кофе. Я всегда покупаю, рекомендую. Чибо никакого отношения, еще раз повторяю, не имеет к русскому Чибо, который у нас есть. Цара из купил хороший сейчас пауэрбанк для зарядки мобильной, беспроводный. Хорошая штучка, удобно. Без шнуров, без всяких. О, mein lieber Merkur. Das gekauft, your grill. Komisch. Und da vorne ist dann das Ambulatorium. Ambulatorium, jo. Jo, 9. Juni. О, Цара. Мой любимый магазин Цара. Сейчас мы идем туда. Смотрите, какая красота сделана, как фасад красиво. Цара, Цара, Цара. Маскин? So, hat sie was sein, ne? Ja, danke. Мы в Сару зашли. Так, это женский отдел. Сара маску одевает. Heiß, jo? Sehr heiß heute. Na, der Wind geht sehr stark. Wind, jo, starke. Ja, der geht hier immer, der Wind. Also, wenn du Hut aufhast, brauchst du immer eine Reise. Kein Baby, halten. Baby. Ah, Mann. Man, ja, jetzt wird da durchgehen. Ja. Nein? Ein bisschen, ja. Gerade. Так, это для детей, Baby. И Цара Мам. Так. Цара Мам. Вот разные модельки.
Сара моя, моя любимая. И, кстати, был я на Тенерифе в Саре и в Австрии. Она сильно даже отличается как-то. Более качественные вещи, конечно, здесь, в Австрии. Сара привозит. Кепки разные, кепки. Рубашечки, галстучки, туфельки, брючки. Рубашечки, футболочки разные. Футболочки. Толстовочки. О, да все. Йо, и да с натуральной культуры. Йо. Йо, фарбы. Фарбы гуд. Йо. Моднявые куртки, джинсовые, бокс, du hast, glaube ich, 20 Taschen. Ja. Ah, nein. Nein, ja. Ja, für was brauchst du? Du hast so viele Taschen. Ja. Das gut. Rumänisch Menschen, das Leck. Ja, das Mobil. Так, не буду брать 120 сумочек разных. Вот, масочки.
Jacke? Ja, ich habe so viele Jacken. Ja. Aber ich habe meine ganze Sommergarderobe aus Teneriffa. Ja. Emka, das Premieren. Na ja, Small ist passt für mich. Aber was dann schau ich gleich noch. Small, ja. Small, ja. Ich hab die ganzen Sachen sind heute durch. Так, станишки. Каратахусы дас тирцих, ода дас митмейне. Bitte. Jo, geradeaus. Willst du auch schauen oder willst du eine probieren? Kein, das kleine, kleine, ganz kleine. Weil da habe ich nämlich eine Hose dazu. Ja. Bitte. Harald. Guten Tag. Was? Da ist das mit 44 Bar. Harald. Na, ich darf nicht probieren. Nicht probieren? Ja. Ah, jo. Jo, gut, jo. Dann wird gehungert, bis es passt. Пьем кофе. Вот такой Макдональдс Сенти прямо на Хильдерштрассе. Такой потолок красивый. Много людей. Вот, вот так. Большой зал. Уютненько. Служащий персонал входит в маски. Специальные закрытые под стеклом. Всем привет, привет. Он Харальд. Какие-то на обвашивание. Чего еще там?
покажу, как покупаем билетики здесь на все виды транспорта. Сейчас будем брать на одну неделю. Вот двух карты, это одна неделя. Затем выбираем окей. Вот стоимость одна неделя. 17.10. И засовываем евро. Получаем билетик и сдачу. Цен. Сойру цен. Да. Прайс. Все, и забираем сдачу. Сейчас у меня карты, паспорт. Фоль прайс. А это штук. Да, свой евро. Я. А это одна поездка будет вот. Видите, да? Это сейчас мы поедем, одна поездка. 2 евро 40 центов стоит. Все. И выходим из метро в трамвай. Все, идем к трамваю. Очень удобно. При выходе из метро сразу трамвай. Это ринг, как бы кольцо. Трамвай разворачивается и идет в другую сторону. Вот нам надо 37 и 38. 37 4 минуты ждем. 38 5 минут. Вот табло. Видите, сейчас я приближу. Вот табло. Все. Это винные магазинчики, разные там перекусы можно делать. Все, сели в трамвай. В масках мы ничего не нарушаем. То есть в магазинах, в ресторанах надо заходить в масках. По улице можно без масок. Едем дальше. Леса стоят. Вот подобие Штефенплац стоит в кирхе. Что-то даже похожее. Вот опять пошли старые дома. Юнгес Силь.
надо ремонтируют. Дальше поедем. Мы двигаемся дальше. Rausgehen und dort, wo der Fünfer ist, auf der Bank sitzen und auf mich warten, weil dort, glaube ich, hast du von Spar Internet. Ja. Ich gehe da auf die Bank und gehe zum Hofer. Ja. Da schauen wir die Tasche wieder. Danke. Danke. Das ist es. Ich bleibe, ja. Ja. Oh, ist größte jetzt ein Herzchen. Wie soll es drinnen, ja. Ja. Oh. Ja, Harald. Die braucht die Tasche. Die Сумку оставили. Покупками все. А вот Штейн. Да. Я как ты уже видел Штейн, да, супер. Sascha, entweder du kannst vor vorausgehen, weil du musst da auf die Bank gehen und dann ja. Zum Hofer. Ja. Ah, jetzt Bank zusammen. Так, мы в банк зашли, в Австрию. Вот такие аппараты стоят. Не можно взять.
вышке получаем наличку. Мне кажется, опа, заходим в супермаркет. Маски обязательно. Вот. Здесь кофе, сладости, джемы. Брут найн. Да, сельва брут. Здесь кухон найн. Обст фил. Aber noch, ja. Die Kinder müssen mal auf die Wege essen. Irgend schau mal beim Wein, mit den Buschbetterbräten brauche ich keine. Also, sind das Bananen? Das sind wir. Wein, ja. Das gut, jo. Und ja. Preis, das, jo, das gut. Und Preis, hier nass, man. Soll ich zwei nehmen, da tragst du es? Ja. Weil du musst tragen. Ja. Вот, цены на вина очень недорогие. Вина австрийские очень хорошие, итальянских много вин хороших. Für deinen Geburtstag kaufen wir dann. Ja. Und dann direkt Frühstück ist, dann können wir eh dann noch zusammen. Ja. Brauchen wir Geschirrspülmittel. Bei Servietten brauchen wir auch. Servietten, ja. Das sind gut zu den Vorhängen dazu. Dann brauchen wir ein Geschirrspülmittel. Ja, Zucker kann ich vergessen. Ja. Zucker. Und die sind dann diese dann runter. Ja. Ich schaue mir da das Geschirr. Aber es wird jetzt ziemlich schwer werden, sonst nehme ich etwas in die Papiertasche noch rein. Ja. Wasserschein. Supermarkt von der Wohnung. Ja. Das, ja, das Zucker, ist, Zucker. Das, ja, Zucker. Ich fahre mal da nochmal runter, ich weiß nicht, ob wir da noch was brauchen. Brauchen wir Margarine zum Mehl haben wir. Mehl, jetzt. Das ja. Wohl. Den haben wir auch. Это мы в Хоффа. Хоффа. Кайне. Здесь напитки разные, энергия. Это очень сура, уровень 5-20. So, der Zucker ist da. Ja, Zucker. Normale, normale. Normale, keine, ja. Das ist hier 99, der. Ah, ja. Mehr als wie Ding eine Woche. Das wird schon mal da. Ah ja, noch. Ja.
Ja, noch Milch. Milch, Milch. Milch, ja. Milch, glaube ich, dann ja. Ah, ja, ja. 2,19, ja. Eis, ja. Such dir was aus. Das gerne. Das kein Kakao. Ja. Das. Ja. Cherry. Das da schwarz. Ja. Schwarzwälder Kirsch. Kirsch, ja. Also für Sonntag Fleisch. Schau du mal. Ah, das minus 10%. Ja. Faschiertes? Ja, ein Stück. Ja. Yes. Die Scheibe selber. Ja. Na das, ja. Das, ja. So. Ну, вот такие цены здесь. В общем-то, не считается дорогим он. Ja, das weiß. Bratwürst, ja. Das gerne, ja. Ja, fertig. Ein Sirup brauchen wir dann noch. Sirup und Milch. Milch, ja. Frische Milch. Ja, fertig. Das frische Milchkruse, ja. Ja. Blaue, ja. Ja. Oder die hintere. Ja, das. Ja, dann bist du die probiert, sehr hoch. Ja. So, und da ist das Sirup. Ja, Sirup. Was? Willst du dir einen, was du hattest, der Zitron, Orange oder? Nein, das. Das oder das? Ja. Oder schwarze, ja. Schwarze, ja. Was du hattest, wäre. Ja. Ja, fertig. So. Вот в магазине все в масках. Саша, ком дахер. Йо, бите их шаум, йо.
37 iPhone, 32 гига, 339 евро. Стоит. Ja. Ja.